сейчас я приехала в Грозный, чтобы, ну, провести здесь Новый год, потому что я очень сильно люблю этот город. Что ты пожелаешь жителям Чеченской Республики в преддверии Нового года? Ну, я пожелаю им счастливо провести Новый год, чтобы у них все было хорошо. Ну, мы будем работать. Радовать жителей. Да, детей особенно. Но самое главное... Счастья, доброты. Здоровья. Хорошее проведение праздников. Да. И тепла. Я планирую хорошенько отдохнуть, потому что у нас сессия, мы бедные студенты, и мы очень сильно устаем. Я пожелаю много-много денег и много-много свободного времени, чтобы вы успевали спать. Будем проводить время с близкими друзьями. Да, это было мусом, да. Да, дик на гойте. Я буду проводить новогодние каникулы дома со своей семьей и родителями. Я пожелаю Чеченской Республике удачи и чтобы не сдавались, не отворачиваться от своей пути, шли к своей мечте. Из сада аж бежит, а сада лошит, а салил, что сада орду дал мало. Дал дикч агор, мосу агор, дикник пулюлвен, дал этто бойлвен, цонг шмельверш, воли дарба дойлы. От коллинч дик дал, от мосу лазарх цандойл дол адам. Дал дик мельдрик пулюлвен.